Ну, что я хочу сказать. Видимо, правда, матка бьет не в бровь, а в глаз. Раз уж некоторые недоброкачественные опухоли из среды азербайджанского народа пытаются дискредитировать меня и антитопор заявлениями в прокуратуру и различные органы власти, клевеща на меня. Камнем преткновения, видимо, стали особенно последние выпуски антитопора, среди которых Гейдар из Азербайджана. Только понятия не имею, при чем тут я. Меня зовут не Али Рза. Соответственно, не я называл Гейдара Гейдаром, и не я ему памятник ставил на потеху сербам на Ташмайдане. А если причина писюлек в прокуратуру мои выпуски в целом, то мне всегда казалось, что я ничего нового не сообщаю. Я лишь глаза раскрываю деткам азербайджанского диктатора на правду. Правду, которая, судя по всему, колет. Итак, текст, предлагаемый использовать против меня, зачитываю. Добрый день. Я обеспокоен существованием данной группы. Приводится ссылка на антитопор. Материал, содержащийся в ней, несет провокационный характер по отношению к определенной этнической группе, тем самым возбуждая ненависть российской общественности, ненависть к этническим азербайджанцам. Это противоречит статье 282 Уголовного кодекса Российской Федерации. Согласно Конституции РФ, Россия является многонациональной страной, и подобные пропагандирующие материалы неприемлемы на территории этого государства. Эта группа распространяет ложную информацию для призыва к насилию и межнациональной розни. Прошу вас принять соответствующие меры для предотвращения данного правонарушения. Эта болванка была предложена в соцсети именно как болванка, чтобы остальные могли воспользоваться ею и разослать в администрацию соцсетей, прокуратуру и прочее. Представляю прокуратуру, которая открывает почту, а там сотни жалоб, писанные одним текстом. Наверное, подумают спам. Ни больше, ни меньше. Теперь по существу. Первое. Я рад, что мои материалы вас возбуждают. А я все думал, чего от вас так много брани в мой адрес в комментариях на тему однополого секса. Даже ваш великий писатель Алекпер Алиев, чья книга о любви двух геев Артуша и Заура разошлась массовыми тиражами в Азербайджане и Турции, бросил свой творческий процесс и занял свое время посвящению выпуска мне. Что ж, раз возбуждает, значит, вы сохраняете традиции. У каждого свои традиции, ничего не поделаешь. Второе. В тексте имеются грамматические ошибки, одни из которых российская общественность и этнические азербайджанцы. В данном случае российская пишется с маленькой буквы, и уж тем более с маленькой буквы пишется азербайджанцы. Не потому, что вы еще не выросли до большой буквы, нет. Просто это нормы русского языка. Вы же претендуете на уважение законов Российской Федерации, так? Вот и правила русского языка тоже уважайте. У него тоже есть свой закон, и он тоже прописан в Конституции. Название любой национальности пишется заглавной буквы только в том случае, если... С него начинаются предложения. Третье. У меня нет и никогда не было неприязни ни к чему-либо, ни к кому-либо, и вообще подобной какой-то неприязни какой-либо этнической группе. По той причине, что я, на зависть некоторым, отлично владею культурой и историей народов Востока. Говорю на многих языках, в том числе восточных, бывал свыше, чем в 100 странах мира. Имею приятелей среди разных национальностей. Я сидел за общим столом и дастарханом с людьми разных идеологий и в Пакистане, и в Ливане, и в Афганистане, и в Сирии, и в Иране. У меня
куча выпусков, где я наоборот призываю тех же армян не поддаваться на провокации и рассказываю об исторических и дружеских связях армян с исламским миром, тюркским миром, евреями, грузинами, русскими. Все это есть в моих выпусках, коих целых 250. И когда я говорю об азербайджанских фальсификациях, то делаю это, прилагая факты из независимых источников. Я готов сделать это и в Азербайджане, если бы меня туда впустили. Я армянин и не боюсь вас. Более того, я часто бываю совсем рядом с вами, рядом с Азербайджаном. Вот здесь, к примеру, я нахожусь прямо на границе Ирана и Азербайджана. За моей спиной азербайджанское село в Нахичеванском крае. А здесь я в Игдыре несколько дней назад, в городе, населенный одними азербайджанцами. А за моей спиной музей геноцида турок, о котором я расскажу в сентябре. А вот я в самом музее делаю селфи на фоне идиотской надписи, где якобы армяне убивали турок. А вот я пью мяхмяри чай в парке Гейдара Алиева в том же Игдыре. А вот я гуляю по улице, которая находится между парками Гейдара Алиева и Ильхама Алиева. Так что я открыт для всех. Мультикультурализма во мне столько, что готов с вами поделиться. Вы же его коллекционируете. А что представляете вы, кроме того, что доносы на меня писать и плакаться, призывая то тюрок, то мусульман, то одних, то других? Что вы из себя представляете? Анте такулянах муслим. Хель тариф сюра вахда мин аль Куран. Лянуха бихкам таликаттак анталя тантами или айдьяна. Бени хер ерде севиорлар. Çünkü ben biliyorum ve seviyorum bütün milletleri. Ben sadece dini kullanıp insanları kandıran diktatörleri sevmiyorum. Kendimi köle gibi tanıtan yalancıları. Eğer istersiz Hint dilinde de deyin. İstersiz Fars, İngiliz, İspan dilinde. Yumurtalarım çok möhkemdir, başım aydındır. Ona göre korkmuram. Ман умидварам, ки шумо дар бази забон хародарек куним. Да-да, знаю, что я гениальный. Но я гениален для таких, как вы. А для армян я такой же, обычный. Где бы мы ни жили, мы знаем и уважаем культуру и язык этих народов. Даем хорошие плоды для этих народов. И при этом не забываем Армению. И в трудный период мы, гении, сплачиваемся и даем вам отпор. Этого вы и боитесь. Оттого и жалуетесь постоянно то одним, то другим. До встречи. Увидимся на будущей неделе.